Всем привет, вы на канале Сумос, и сегодня у нас будет на обзоре переиздание диска по смешарикам «Новогодняя почта». Это новогоднее издание. И на этой обложке изображены Нюша и Мышарик. Сердце этого диска выглядит вот так, а задняя обложка этого диска выглядит вот так. Здесь вот представлены кадры из серии, и здесь создатели. А также изображены здесь Каркарыч и Мышарик. И здесь тут сказывается описание. Бывает, что под Новый год происходят удивительные сказочные истории. Вот одна такая история приключилась с Нюшей. Долгожданные посылки вместо новогодних, новомодных вещичек. Она обнаружила самого настоящего модельера. Не верите? Тогда скорее смотрите мультфильм. Ну и это еще не все. В новогоднем сборнике вас ждут встречи сразу с несколькими Нюшами. Уроки самообороны от Кроша с ежиком. Поиски смысла жизни вместе с Каркарычем и Барашем. И многое-многое другое. И здесь у нас вот так вот выглядит сам диск. Накатка не повторяет такую же переднюю обложку. А повторяет обложку ту, которая издания 2007 года. Давайте же поскорее вставим этот диск. Сейчас все это загрузится и будем смотреть. У нас тут по традиции у нас представлено предупреждение, только это от нового диска. И до этого у нас пошли серии. Новогодняя почта. Плюс снег, минус елка. Маскарад. Самооборона без противника. ОРЗ. Операция Дед Мороз. Смысл жизни. Минус 41 градус. И последняя серия на этом сборнике «Куда уходит старый год». И вот так у нас выглядит DVD-меню этого диска. Теперь давайте зайдем на смешарики предлагают. Ну хотя, в принципе, на смешариках предлагает тут сам раздел ничем не отличается. Смешарики предлагает. Он почти такой же, прям как на версии 2007 года. Давайте сначала еще раз тогда рассмотрим CD-игры. Ну как еще раз, потому что Shaker Maker показывала версию 2007-го. А там было все точно так же. Так. И тут у нас идут круглая компания, калейдоскоп игр, компьютер ежика, подруги со смешариками, Нюша принцесса, олимпиада смешариков, праздники со смешариками, калейдоскоп игр 2, букварик смешарик, считаем со смешариками, собери страну смешариков, мультмастерская и смешарики идут в поход. Теперь аудиосказки. Это маленькие истории. Полеты во сне и наяву. Как собрать друзей по-быстрому. Горы и конфеты. И обещания. А теперь мультфильмы. Ну, это как бы иначе называется это. Мультсборники, можно так сказать. Тут у нас идут выпуски. Забытая история. События века. Принц для Нюши. Большие гонки.
торжество разума, приятные новости, футбол, подарок для мамы, космическая Одиссея, мисс Вселенная, Ёжик Туманности, День Смеха, Чемпион, Куда уходит Старый Год, это переиздание 2004-го, которое у меня есть, и Куда уходит Старый Год, 2005 год, ну то есть это переиздание 2005 года. Новый год, круглый год. Кстати, Новый год, круглый год и есть еще не только в коробке, но еще и в стеклянной коробке. Новогодняя почта. И вот здесь как раз там совсем все по-другому. Смотрите, вот. И тут, короче, там совсем другое описание. Вот, смотрите. Дорогие друзья, в новом фильме «Новогодняя почта» смешарики представляют вам мышарика. Символ нового 2008 года. А также в нашем новогоднем сборнике вы научитесь делать маскарадный костюм, узнаете, зачем нужна самооборона без противника и поймете, в чем смысл жизни. Да и, конечно, тут, конечно, это... Список серии тут, конечно, ничем не отличается. Кстати, вот здесь там есть интересный факт. По поводу того, что во всех сериях этого сборника «Новогодняя почта», ну, переиздание 2007 года, там как раз все серии именно с ромашкой в правом нижнем углу. И даже еще один есть интересный факт. В том, что как в серии «Самообороны без противника» там выглядит совсем другая концовка. Титры начинают появляться раньше. А уж потом после титров нам показывают, что они Копатыча забыли развязать. И у нас там дальше любимые истории Нюши, любимые истории Бараша, любимые истории Ёжика, Кроша, Копатыча. И дальше идут у нас подарочный набор 1 и подарочный набор 2. И все серии, часть первая. Так. Косметика. Это у нас зубные пасты, влажные салфетки, шампуни, пены и гели для душа. Книжки и журналы. У нас тут представлены школа смешариков, журнал смешарики, мультколлекция, лучший подарок, раскраски. И книги, игры. Мне у нас осталось посмотреть настольные игры и пазлы. Это мультколлекция, игры, смешарики, мягкие пазлы, постеры, электровикторина и пазлы. Возвращаемся в меню. Сейчас, одну минуточку. Как видите, здесь был монтаж, потому что дело в том, что проигрыватель немного глючит. И у нас осталось рассмотреть партнеры. Смотрим. Реклама детского мира. И реклама Мегафона. И тут у нас это представлены партнеры. Генеральный розничный партнер Детский мир. Генеральный медиапартнер СТС. Официальный партнер Мегафон. И информационный партнер Мой Кроха и Я. Ну вот мы все рассмотрели на этом данном DVD-сборнике по смешарикам «Новогодняя почта». Теперь мы можем заканчивать этот обзор. Что я хотел вам еще сказать? Ах, да,
чуть не забыл. Знаете, я сегодня был на почте, и я сегодня забирал диск по Лунтику. Вот такой диск. Я рассчитывал на то, что он... там будет та самая музыка, которая почему-то принимает ее за неизвестные мелодии по Лунтику, которая была на DVD-диске. И тем более у меня раньше был диск Kodak, потому что папа перезаписывал диск «Приключения Лунтика», где там было 80 серий, вот, и там была музыка была. И сейчас у меня этого диска нет, потому что дело в том, что я его сломал. Вроде бы. Ладно, что имеем, то имеем. Да, кстати, вот на этом... И вот на этой обложке там изображены пиявка, пчеленок и лунтик. С торца этого диска выглядит вот так. А задняя обложка этого диска выглядит вот так. И здесь там представлены кадры из серии. Это история маленького пушистого существа Лунтика, родившегося на Луне и свалившегося с нее на Землю. Приключения милого дружелюбного малыша, впервые открывающего для себя тайны бытия и вносящего и свою лепту в мироздание. Сериал для детей и их родителей. А также вот он диск, он немного это шатается, но хотя, конечно, здесь тут накатка менее повторяет DVD-обложку. Сейчас давайте вставим этот диск и посмотрим, что тут. Это пиратский диск по Лунтику, если что. И вот он, этот диск. И хотя я вижу, что тут, конечно, не все так, как я хотел. Потому что я думал, что у меня будет именно такой диск там вот. Где там будет именно всего 4 выпуска, а не 6. Но вот как оформлено, так оформлено, можно так сказать. А хотелось так, чтобы это вспомнить, этот диск. По Лунтику. Но что имеем, то имеем. Зато, кстати, хотя бы с заставками и титрами хотя бы. Вот титры, вот смотрите, вот. Видите, вот. Вот и все. Вот не знаю, почему тут пятый выпуск. Вот как раз вот на пятом выпуске там иногда глючит. Этот бэушный диск там. Так, интересно, а как будет этот второй реагировать? Вот второй, да, он как-то хорошо работает, да. Третий нет, уже начинает не работать. Видимо, продавец говорил, что на некоторых моментах, да, он будет глючить, да. Странно все как-то. Вот в четвертом выпуске там хотя бы немного работает хотя бы. Ну вот смотрите, сейчас вот перематываю, вроде бы нормально все. И вот тут еще какая-то бабочка тут. Оформлено красиво. Только шестой выпуск он почему-то не хочет показывать. Ну ладно.
Ну, вот, пожалуй, что вот на этом у меня сегодня все. Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал Сумос и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока.